Командой, которая сделала новый современный украинский мюзикл, который называется «Дракула Влад». Признайся, незнакомец, чудный, кто ты, убеждена, твой облик мне знаком, и было между нами где-то что-то. Сплелись мои воспоминания в ком, по знакам являлся ранним утром и исчезал. Сильнее смерти, зная мина, прошел во мраке ночи тяжкий путь, из всех на этом свете самый длинный. Он дал мне, чтоб сокровище вернуть. Кто же ты? Хочу знать его имя, хотя его я знаю сотни лет. Влад, цепишь я в душе моей пустыня и множество несчастливых бед. Легенда во вселенской круговерти на вечное мучение обречен. Я больше жизни, больше смерти в тебя, княжна, столетия и влюблен. Обрел бессмертие. 25-26 марта. Октябрьский дворец. Грандиозный фэнтези-мюзикл «Дракула Влад». Великая любовь на грани жизни и смерти. Все, ребятки, еще раз привет. Уже пришла домой. Только что была на презентации «Дракула Влад». И вы могли все видеть, все слышать. Так что я все ссылочки оставлю внизу. Приходите обязательно. Будет просто мега-шоу, мега-круто. Я вам это гарантирую, серьезно. Все ссылочки будут внизу. Спектакль будет проходить в Одессе 16-17 марта, если я не ошибаюсь. Ну, еще раз, все продублирую внизу. И в Киеве 25-26. Так что обязательно приходите, будет очень круто. И завтра я еду вечером красить девчонок на Армина ван Бюрена. И то, что не может не радовать, то, что реально мне бесплатный туда вход будет. Это очень круто, потому что самый дешевый билет стоит 800 гривен. И просто так попасть, это очень круто. Очень люблю свою работу. Я думаю, будет очень много фоточек в Инстаграме, так что обязательно заходите. Вот здесь где-то оставлю ссылочку, ну и под видео, конечно же. Так что я сейчас ложусь спать. До завтра. По бокам встали. Ну что, ребятки, всем привет. Новый влог, новая рубрика. Марина уже с черной помадой. Накрасила сегодня девочек. Вот такие вот красоточки. Люблю свою работу, бесплатно иду на Армина ван Бюрена, все прекрасно. Надеюсь, эта ночь будет незабываемой. Так что, если подписывайтесь к Маринке, обязательно на макияж. Thank you.
что у нас тоже не промах. Бронзатором красит глазки. Да. Зачем, потому что непонятно? Все должно поместиться в одну сумочку. Да зачем, непонятно, если честно, потому что там темно как бы, цветомузыка, все дела. Надо 10 фотозон обойти, подожди. Я не пойду. Пойдешь. У меня синие губы. Интересного материала. Монатик, Кингстонер, Ена Тодоренко. Короче, все, что хочешь. Текила, интервью, тусовки, все же. Йоу! Лера, какой был твой заказ? Можно ли зайти в туалет? Женского в зале нет. А я то есть самая толстая, да? Я заказала меню, а вы все просто по бургеру. Класс. Но я вообще ничего не... Ребят, всем привет. Я как думаю, вы уже понимаете, как догадались. Сегодня следующий день после Армина. Это было просто невероятно круто, обалденно. И поработала, и насладилась реально выступлением. Море позитивных эмоций. И то, что меня просто не может, меня просто поразило. Мы работали на фотозоне. Я работала визажистом на фотозоне «Контекс». Красила девочек и, соответственно, приехала туда для того, чтобы сопровождать и докрашивать их. Но то, что подвергло меня просто в огромный шок, это то, когда реально люди подходят фотографироваться на фотозону, и ко мне подходит девочка и говорит: «Марина, можно с тобой сфотографироваться? Я смотрю твой канал». Я, наверное, никогда к этому не привыкну. Настюш, спасибо тебе большое. Ты реально подарила мне уйму позитивных эмоций, потому что это действительно того стоит. И очень приятно, что мое творчество не проходит мимо людей, и оно кому-то нужно. Его смотрят. Ну, это просто невероятно. Спасибо большое. И, наверное, на этом влог будет заканчиваться. Он сегодня будет достаточно насыщенным. И потому, да, ребятки, до следующего влога. Всем пока, люблю вас.